четверо рассудок. Не спите? Я четверо. Ну да, мы рассудок. А чего? Потому что вода, все в воде, блядь, все мокрое. Все в воде, а и все мокрые, да? Да. Не болеете? Пока что нет. Соплей нету пока. Соплей нет. Ай? Пока водку пьем нормально. Водку пьете? Да. А где вы, блядь, берете? Какая разница? Ну что, хуй совсем, блядь? По-другому нельзя никак. Воюете, блядь. Да, это тебя сюда. Ты уже пьяный. Вы просто не были. Вот вы дома сидите и говорите так, что у нас не только ты одна, так, мы там пацаны тоже домой знаем. Ну так, не ты, блядь, ну если ты хоть выпил, ты тебе не мучишь, попроще становится. Вы не представляете, какая здесь ситуация. Вообще просто не представляете. Я вот стою, поле вам, ебать, это поле. И просто лесо полоса. Понял? Все, и больше никто нет. И хохлы впереди. Сейчас, не дай бог, наступит. А у нас 30 человек в роте во всей осталось. 30? Да, у нас 5 людей. Человек. А рядом кто-нибудь есть вокруг еще? Да и есть, только до них дойти надо. А дойти до них надо так. Ты же как до них дойти то надо. Это 2 километра пройти надо, да. Угу. Они просто не понимают. Это именно по полю, да? Не по полю, по дороге. Дорога вся. По дороге пройти. Да, вся сидела. По лесополосе ну, опять пройти. Ага. Ага. Просто понимают эти ситуации. Как тут не идти? Вот идти не надо. Так а где вы, я не пойму, где вы нашли, не ходите выпить? Есть варианты, есть люди, которые в другом полку ездят в город. Какая разница? И вам привозят, да? Мы деньги скидываем, нам привозят. А вы на деньги не на жрачку, не на сигареты, а на водку. Не жрачку. Я ж не один такой. Мы все скидываем. Очень лето. Здесь тарифная дешевая, как карман. Очень все дело. Все плохо. Это ж не на гражданке, не нормально. Попал ты не туда, короче. Да, меня призвали, я и пошел. Нет, тебя не призвали. Ты сам тогда говорил, что ты не хватало человека. Вот ты и рванул у пехоту. Все равно призвали.